И последнее. Отменили пресс-конференцию, на которой должны были определить дату и место проведения боя между боксерами россиянам Муратом Гасиевым и украинцем Александром Усиком. Решение провести пресс-конференцию было принято вечером в среду после непростых переговоров между руководством суперсерии, генеральным секретарем Федерации бокса России и компанией «Урал Бокс Промоушен». Как сообщают Федерации бокса России, стороны не достигли соглашения. По этой причине и отменили пресс-конференцию. Изначально бой должны были провести 11 мая в Саудовской Аравии, однако из-за травмы Усика поединок перенесли. Затем появилась информация, что поединок состоится 21 июля. Теперь и спортсмены, и болельщики снова в неведении. Напомним, Гасиев является чемпионом мира. В его послужном списке 26 побед и ни одного поражения. В активе чемпиона мира Усика 14 побед и тоже ни одного поражения. Каждому человеку это не очень приятно, даже болельщикам знать, что сегодня должны сказать, завтра не должны сказать. Но тем более бойцу очень сложно, достаточно сложно это воспринимать. Но нельзя сказать, что там нервничает, там переживает сильно. Мурат очень достойно к этому относится, к любым своим перипетиям, и он проходит через любые испытания.